Всем привет, дорогие друзья, с вами Фуандри, и сегодня я буду продолжать проходить игру под названием Resident Evil 4. В прошлой серии мы остановились на том, что нас задержал большой-большой дядя, так сказать. Ну как задержал? Кажется, те, кто живет в этом доме, едят обычную пищу. Интересно. Так, здесь у нас чего? А, открыть можно. Ё-моё! А, коричневое яйцо. Хорошо. Это, видимо, как Хьюка, да? Еще одна. Так, ну-ка. Опа. Опаньки. Зажигательная граната. Кто-то орёт постоянно. Алло. Не орите. Опа, денежки. Песеты. Так, здесь вроде как нельзя больше. Так. Пошлите на второй этаж, что ли? А, на втором этаже он нас и задержал. Хорошо, пошлите на другой этаж. Допустим, вот сюда. Ой, ё-моё! Бляха-муха! Дурак, тебя кто просил сюда лезть? Нет, ты посмотри, он еще и закрывается. До свидания. Так, я прикоп. Так, я понял, братан, не надо. Не надо, братан. Спокойно. Так, здесь нужен дробовик, срочно дробовик. До свидания. До свидания. Лежать, мать его. Ты тоже лежать. До свидания. Да сколько в тебя влезет-то? Хватит. Братан, хватит! Все, наконец-то. 1250. Рубин. Это интересно. Так, а мы можем здесь? Сокровища. Так. Объединить. Часы. Не можем. Элегантная маска. Не можем. Ладно. Почему ты не можешь? Маска с тремя углублёнными, в которую можно что-то вставить. А, это сюда нельзя вставить, да? Я понял, хорошо. Так, вот здесь теперь надо быть поаккуратней. Так, в этом доме пользуются туалетом. Кажется, цивилизация дошла сюда. Слава богу, что она дошла и сюда. Ну, здрасте. Ёпты. Да, ну и мы продолжаем. Погнали теперь в другую. Так, я понял, братан. Братан, дурак, что ли? В смысле пусто? Спокойно! В смысле пусто? До свидания! Патроны для пистолета кончились, ё-моё. Так, что у нас по патронам?
Для ружья 8, для винтовки. Капец, патроны-то кончаются. Ну-ка нафиг. Дрова. У нас есть объединитель. А это можно объединить? Нельзя, да? Ну ладно. Хорошо. Нельзя так нельзя. Ё-моё, так, я понял, для чего это. Пацаны, лови! О, тихо-тихо-тихо-тихо, я понял, пацаны. До свидания, пацаны. Так, я понял. До свидания. До свидания. Еще до сих пор живой гнида. Нет. Вот это не надо так делать. Так, яйцо-то мне зачем? Я хилиться, да, могу? Ё-моё, яйцо-то хилит. Кстати, а чё это я? В смысле? А, подожди. В смысле, это не могу ничего объединить даже никак. Так, вы открыли дверь. Ё-моё. Так, вот это уже плоховато. Они здесь ходят и ходят. О-о-о! Так, пацаны. Я патрон немного. На всех должно хватить. Так, все, уже на всех не хватает. Проходи по одному. Раз. Два. Проходи. Три. Нет. Нет. Спокойно. Спокойно, пацаны, спокойно. Всю толпу сейчас положу к чертовой бабушке. Так, нафиг. Так, нет, давай. Давай возьмем вот этот пистолет. Спокойно. Кто там? Я понял, сзади кто-то. Пацаны, не надо. Бабка! Бабка, ё-моё! Так, они опять там ходят, да? Гады. Так. Используй на предмет ключ символа. Открыть! До свидания, пацаны! До свидания! Всё. Патрон-то не особо. Давайте тогда сразу сохранимся сейчас. Капец. С ума сойти можно. Так. Это нехорошо сейчас. ТМП-50. Так. Это зачем? Подожди-ка, это надо, чтобы рвануло как-то. А, ну да, в принципе. Получить за это шпинель. Так, спокойно. Рапаш в руку. Поехали. Свечки всякие. Поехали. Так.
Подожди-ка. Подожди-ка. Опаньки. Тебя кое-что заинтересует. О, торговец, подожди-ка. Так, товары обновлены. Синие медальоны. Так, товары. Улучшить можно. ТП. Окупить, что могу. Карта сокровищ, винтовка. ТМП. 1000, да? Давайте купим ТМП. Подожди-ка. Сейчас, подожди-ка. Подожди-ка. Подожди, а тут нельзя ничего купить. Так, подожди, средний дипломат, это что? А здесь нет случая. Так, короче, улучшили ружье, продавая ему там рубин. Кажется, короче, средний дипломат, что это такое? А! Я купил себе место. Блин, а теперь денег не хватает, 10 тысяч, да? Винтовка распродана, так. Блин. Ну что в итоге получили, ни хрена, да? А продать еще что-нибудь я тебе могу? Элегантная маска. Нет, подожди. Подожди-ка, братан. Еще пока рано, а вот вопрос в другом. Это ж не просто так, да? Так. Или просто так? Фу ты, блин. Подожди. Я вижу. Элегантная заколка. Подожди-ка. Ну-ка нафиг. Шпинель. Шпинель. А нафиг они мне нужны, эти шпинели? Так, ну-ка. Подожди. Welcome. Welcome. Да, давай. Сколько стоит? What are you selling? Элегантная заколка. 10 тысяч, подожди. А я не могу мне что-нибудь составить? Не могу, да? Ну ладно, продаем, покупаем ТМП. Так, не-не, подожди, продать? Да, хорош. Покупаем ТМПшку. Купить, да. Хорош. И сразу приклад могу. Thank you. Хорош. Вот сейчас хорош. Сейчас мы делаем что? Подожди. Объединить. Подожди. А, все, да? Объединили. То есть на. Теперь у нас есть ТМПшка. А уши... А, ну уши там, я думаю, уже не хватит, да? Так, надо взять сразу пистолетик. Хоть патроны мало. Так, мы вылезли. Хорошо. Опаньки. Церковь, да? А это... Кто это? Спокойно, это кто? Дали. А, я вижу, кто это, я понял.
Так, бабка, спокойно! Бабуля! Спокойно, бабуля! Не надо тут! Здесь тоже, кстати, забрать можно было. 400. Алеста, Алеста! Держи, братан. Так. Ну чё, получай. До свидания. Опа, патроны. Патроны это всегда. Опаньки. Да ёп. Хорош. Патроны. Раз. 52. Да, блин, 53. Патрон бы еще дали лучше. А что проверить-то можно было? Проверить. Наверное, здесь похоронены близнецы. Этот символ немного другой. Может, для всех могил они разные? Подожди, а вот для этой вот. Такой символ я уже видел. Может, вид символ. Может быть, символ зависит от могилы. Наверное, здесь похоронены близнецы. Этот символ немного другой. Может, для всех могил они разные? Так, подожди, здесь одно и то же, что ли? Такой символ я уже видел. Ага. Так, все, я понял. Идут, товарищи. Идут, я понял, принял. Подожди, а кто идет-то? Алло, пацаны. А, вон идет. Ты че, братан? До свидания. Ладно. Без проблем вообще взорвался. Так, братан, давай по-хорошему. Так, я понял, там уже идут товарищи. Так, тихо. Патроны еще не кончились. Беги, братан, беги, Леон. Так, подожди. Этот готов. Этот готов. Хорош, просто хорош. Два патрона, минус два. Так, патрон для ружья. Кстати, тоже хорошо. Три патрона для ружья. Тоже неплохо. Так, подожди, это открыть можно. А с этой стороны чё? Паньки. Хорош. А с этой стороны закрыто. На двери углубление. Хай, это Леон. Дверь заперта, я не могу войти. Разве в академии вас не учили взламывать замки? Кажется, здесь действительно есть отверстие для ключа. Так, не стойте же. Найдите способ пробраться внутрь. Нет, я понял, вот вход, хорошо. Да блин, Леон, чё ж ты такой неуклюжий-то? Давай пройдем без проблем. Ага, подожди-ка. Братан, здорово! Поджигай! Молодца, хорош! Это чего? А, задействовать. Три символа. Диск поворачивается на 3-4 деления за раз. На сколько мне повернуть? 4. 3. 4. 3. 3. 4. 4. Так, 4. Четыре.
4. 4. Подожди. И в какой последовательности это надо? Подожди-ка. Неужто ли это связано с этими могилами? Подожди-ка, вот это самое важное сейчас. А здесь, кстати, что, закрыто, что ли? Не получается. Наверное, закрыто с другой стороны. Да, смотри-ка. Здесь тоже закрыто. Так. Бабка, ну-ка не ори. Спокойно, баба. Так, подожди, братан. Ой! Не-не-не-не-не! До свидания. Так, а я теперь должен как-то... Блин, вот там-то... Блин. Вот хотелось бы, но... Но никак, да? Черт, вы посмотрите, а? Надо дойти до сохранения. Ну ладно. А, продолжим, почему бы и нет. Только патронов у нас не особо. Поэтому мы используем дробаш. Давайте попробуем. Перепрыгнуть. Хорош. Так, взять. Закрытие церкви. У нас два беглеца. Первостепенную важность представляет Луис. За ним следует американский агент. То, что Луис украл у нас, значит гораздо больше, чем девчонка. Без похищенного предмета она нам не нужна. Мы должны вернуть его, чтобы закончить то, что планировали. Если предмет попадет в чужие руки, то мир не станет таким, каким видит его Уорд Садлер. Нужно вернуть его любой ценой. Кроме того, не стоит забывать и о девчонке. Чтобы быть уверенным в том, что агент не отберется от нее, я запер две двери церкви, в которой мы ее держим. Каждый, кто захочет попасть в церковь, должен сначала получить разрешение Уорда Садлера. Ключ находится в озере, и там он надежно спрятан, так как Уорд разбудил Дель Уаго. Никто не пересечет озеро живым. В венах агента течет наша кровь, поэтому его приход к нам лишь вопрос времени. А когда он будет с нами, уже никто не придет на поиски девчонки. Хорошо. Ой! Ай, ё-моё! Что это за хрень такая? Нафиг, ты посмотри, а? Убийцу. Нифига себе. О, это МПшки, хорош. Мне бы, блин... Я могу убить. Блин, так жалко тратить. Подожди-ка. Блин, ты посмотри, еще и там, а? Хорош. Хорош. Блин, а? Хорош. Так, ладно. Поехали. Так, братан, не надо мне, ара-ра-ра. Пошел нафиг, да? Вот так вот. Че, встанешь? Вот это свидание. Сет есть? Есть. Хорошо. Так, проходим дальше. Так. Здесь уже страшно, да, начинается? Я уже никого здесь... Хотя, подождите, я вроде как слышу. Хорош! Столько денег за раз. Блин, для пистолета-то патрона нет? Какой дурак давал... А, нет, есть. Подожди-ка.
Для пистолета патроны есть. Хорош. Сколько у меня этих шпинелей уже, мне интересно. Я их что-то собираю. А смысла пока никакого. Так, здесь были уже. А, нет, здесь не были. Кто-то орёт постоянно. Мне интересно, кто орёт? Серьезно, две бочки, из которых ничего не вылетело? Так, подожди. А, обратно. Нам пока сюда рано, я так понял. Сюда что? Сюда за патронами можно зайти максимум. О, и для... Сколько у дробовика-то? Уже 6. Хорош. А что вот здесь происходит? Подожди. Нормально. Кто-то орёт постоянно, я понять не могу. Ну-ка, подожди-ка. Алло, братан. Ты кто там? Я слышу, ты орёшь. Кажется, ворота очень хорошо. С другой стороны, слышишь какое-то рычание. Но я понял, что рычание. Может, нам сюда пока что? Так, подожди-ка. Мне вот интересно, эта лампа опять просто так здесь висит или нет? Просто так, я понял. Хорошо. И вот так. А, я вижу торговца. Все, хорош. Торговец. Опаньки. Карась. Карася можно подстрелить? Можно. Ты посмотри-ка. Карася можно подстрелить. Так, здесь что у нас? Ага, здесь торговец. Давайте тогда посмотрим, что тут у торговца нового. Got some rare things. What are you buying? Так, каратель. Ё-моё. What are you buying? Каратель, сколько стоишь? 0,50. Беру. Thank you. Это уже интересно. What are you selling? Патрон для винтовки, вот я. Is that all, stranger? Я вот так вот сделаю. What are you buying? Так, подожди. What are you buying? Карта сокровищ. Пока не надо. Давай улучшим, что ли. Мощность. Is that all, stranger? У моего уровень мощности сколько? 1.2, этого 1.1. Так, а дропашу что-нибудь можем? Подожди, ТМП надо магазину. А, нет денег, да? Все, 1500, я понял. Давайте тогда сохранимся на этом и закончим. Итак, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу в Дискорде, заходите в нашу группу ВКонтакте, проявляйте активность в этих группах, добавляйте меня, друзья, в Дискорде, ВКонтакте. С вами был Фландри, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.